Всем привет, меня зовут Юля, и сегодня я расскажу вам про замечательную игрушку от Fisher Price «Веселый пингвин». Купи ребенку ТВ. Эта игрушка поставляется вот в такой красочной подарочной упаковке. И сейчас я ее открою, чтобы вам поподробнее о ней рассказать. Этот пингвинчик может делать много разных и очень интересных вещей. Достаточно его включить. Сбоку у него находится небольшой такой рычажок с регулятором громкости. Также на лапке у него находится небольшой динамик. Включив пингвинчика, можно устанавливать несколько программ. Например, музыка, либо звуки природы. Также этот пингвинчик умеет показывать разные интересные картинки. В комплекте к нему идут три слайда с различными изображениями зверушек, птичек и насекомых. Слайды вставляются в специальный отсек сзади пингвинчика и проецируются на потолок. Чтобы выбрать режим проекции, вам достаточно повернуть небольшое вот такое колесико на пузике пингвинчика. Вы можете выбрать либо только музыку, также музыку и показ слайдов, или только показ слайдов. С таким пингвинчиком вашему малышу будет очень просто и легко заснуть, потому что он играет приятные, успокаивающие колыбельные. Эту игрушку очень легко переносить, потому что сверху у нее есть небольшая удобная ручка. Пингвинчик умеет стоять на разных лапках. Вы можете поставить его на одну лапку, на другую, либо просто он будет стоять ровно. Такая замечательная игрушка будет радовать вашего малыша и дарить ему приятный и спокойный сон. Всем пока, смотрите купиребенку.тв. Купи ребенку ТВ.